Начал. Значит, комплекс, он состоит из двух частей, работы на Макиавелли Камертон. Комплекс состоит из двух частей. Первая часть, так называемая набивочно-формирующая часть. Тут мы работаем в стационарной позиции, стойка как в сантиши. Можем стоять просто с опущенными руками, удар наносится снизу. То есть идет рука, вот идет по той траектории, вот просто откуда шла, вбивается вот этой частью. Вот этой кости она бьется. Удар по восходящему вот он приходит. Удар нацелен, в принципе, этот удар татэцки, во-первых, кроме закалки вот этой поверхности, вот этих трех костей, он направлен на то, чтобы это удар в нос. Он практически, мы не даем реверса корпуса совершенно. Ты пишешь, да? Мы реверса корпуса не даем, мы просто его убиваем. С опущенной руки можно стать вот с этой стойки. Стать вот с такой стойки работы. Значит, второй удар. То есть мы поймем первую, последнюю кстати. Сейчас, Сергей Николаевич, это все очень будет. Не быстро. Не, я не говорю, ты мне как говори. Я сейчас...